Шаббат шалом, всем добрейшего утречка. Мы приветствуем вас в мессианской общине города Черновцы Бейт-Симха. Мы приглашаем вас вместе с нами прославлять Господа, провозглашать всю правду о Нем, провозглашать славу, хвалу во всю Вселенную. Пусть все небеса, пусть все, что обитает эту планету и космос, знают, что Иешуа наш Господь. Шаббат шалом. Спасибо.
Наполняй, Господь, меня всегда. Милость Твою видеть хочу я. Лишь Тебе одном нуждаюсь я. Милость Твою видеть хочу я. Господь меня всегда. Милость Твою видеть хочу я. Лишь Тебе одном нуждаюсь я.
Thank you.
Шаббат шалом, и снова вам добрейшего утречка или добрейшего дня. Присоединяйтесь к нам, и мы будем молиться сегодня за ваши нужды. Вы можете написать свою молитвенную просьбу в комментариях, пройдите по ссылке. Еще раз, если вы смотрите на Facebook или в Instagram нас, там есть ссылка, пойдите по ней, и вы можете в комментариях, повторяюсь, написать свою молитвенную нужду и
здесь, в Черновицкой студии, и в других студиях сейчас, которые принимают участие в этом ретрите молитвенном, будут молиться вместе с нами о вашей проблеме или о вашей просьбе. Господь, мы благодарны Тебе за это утро, за это новое время для нас. Каждый день Ты творишь что-то новое, и сегодня снова мы в новом времени, в новых возможностях. И мы ожидаем, Господь, также свежего ветра, свежего хлеба от Тебя, Господь, всего того, что Ты приготовил для нас на сегодня. Во имя Иешуа. Амен. Сегодня очень интересная неделя и очень интересная тема, которая читается вот в эту неделю в синагогах. И я немножечко расскажу о том, о чем же мы читали на этой неделе. И я буду молиться, и будьте сегодня очень внимательны, потому что то, о чем говорит Тора в эти дни, это особенно важное послание для каждого человека, для каждого, кому нужна помощь, для каждого, кто сейчас испытывает какую-то скорбь или стесненные обстоятельства. Это слово для вас сегодня. Будьте внимательны, не пропустите, что хочет Дух Святой говорить сегодня общинам, что Дух Святой хочет говорить сегодня тебе. Если ты здесь и уже смотришь, значит, ты слушаешь. Если ты слушаешь, пусть не пройдет это мимо тебя, пусть не пройдет это мимо ушей, потому что это слово для тебя сегодня. Есть такое слово «Йовель». Итак, об этом мы узнаем из Библии в этих главах, которые сегодня принято читать. И это очень интересная тема, очень интересное слово, вот о чем оно рассказывает. Оно рассказывает нам о том, что есть такой юбилейный или 50-й год, который был объявлен давно Господом Богом, дан народу как заповедь, и я хочу о нем рассказать. Это очень удивительное время. В нем сокрыты очень удивительные благословения для народа. Не пропусти, потому что сегодня ты можешь их получить. Просто поверь. Однажды была такая история, когда Иешуа, он вошел в дом, и собралась толпа. За ним всегда ходила толпа народа. Людям все время что-то нужно было. Он исцелял, он кормил тысячи. И он отвечал на нужды, он отвечал на вопросы, и, конечно же, люди ходили за ним толпой, они все время ждали что-то получить. Он приносил то, что никто не мог дать. И он давал людям то, что они не могли получить никаким таким естественным, простым образом, и они ходили за ним. И было их очень много. И так много, что это делало резонанс, знаете, такая слава, или я хотела сказать акустика, своеобразное акустическое такое эхо было по земле. И написано, что ближние, то есть родственники Иешуа, они пошли забрать его, потому что они говорили, он не в своем уме. Эти ближние, находящиеся рядом с ним, они не поняли, кто он. Они не заметили в нем того, кто есть царь славы. Они не заметили в нем того, кто есть ответ на их нужды. Они пришли, чтобы взять его. Мы можем смотреть на одну и ту же личность. Мы можем стоять перед одним и тем же Господом и можем все пропустить, потому что мы не ожидаем. Не будь сегодня таким человеком. Ожидай от Господа. Он сегодня, вчера, он вечно тот же неизменный. Бог, он не вчера, он сейчас прямо для тебя. Итак, эти главы Барбы Хукатай, они рассказывают о юбилейном годе, и это не просто календарное время, хотя вот как звучит заповедь: «Отсчитай себе 7 субботних лет и 7 раз по 7 лет, и будет тебе из 7 субботних лет этих 49 лет, и воструби трубою в шофар в 7-й год, в 7-й месяц, и 10-й месяц, 10-й день месяца, в день искупления, вострубите в шофар по всей земле вашей». Должен быть звук шофара в определенное время. Должны пойти шофаристы по всей земле, так чтобы этот звук слышали абсолютно все. И освятите 50-й год и объявите свободу на земле для всех живущих на ней. И пусть Йовелем будет этот год вам. И возвратитесь каждый во владение свое. И каждый к семье своей вернитесь. И Йовель, это 50-й год, он будет вам, не сеете, не жните того, что само произрастет на земле, и не снимайте с виноградника
Лозы, это Ваикра, книга Левит, 25 глава. Вот такая заповедь. Каждый 50-й год его нужно было высчитать. И есть заповеди для этого 50-го года. Во-первых, нужно было, послушайте внимательно, это очень важно, это гиперважно. 50-й год или юбилейный год, или ювель, или еще год свободы, как называют его пророки, год освобождения или год амнистии на сегодня, на современном языке, этот год нужно было провозгласить. Недостаточно было, чтобы по календарю наступила эта дата. Представители или Синедрион, собрание судей, великое такое, они перед выполнением этой заповеди молились, и потом они объявляли вслух, непременно должно было быть вот это объявление у тех, у кого есть власть в народе. И они говорили, сегодня первый год ювеля, окей, прошло 7 лет, и потом год, и они снова приходят и говорят, сегодня 8 лет ювеля, что составляет одно семилетие, один год. Проходит 14 лет, они собираются и снова говорят, сегодня 14 лет ювеля, что составляет 2 семилетия, ну и так далее, и так далее. В общем, сам юбилейный год получается, он сам себе не мог отсчитываться. Его нужно было непременно объявить. Итак, послушайте внимательно. Ювель, он объявлялся власть имеющими. Следующее, необходимо было обязательно трубить в шофар. Все люди, я думаю, те люди, которые ждали амнистии, я думаю, что они и без Синедриона очень тщательно высчитывали этот день. Они ждали его, потому что это день их свободы, день списания долгов, день освобождения от рабства. Но все-таки шофаристы должны были пойти по всей земле. И должен был по земле Израиля быть этот громкий звук шофара. Очень не случайный инструмент. Он оповещал об освобождении рабов, об возврате родовых наделов, о запрете обрабатывать землю, ну и так далее. Это было так, как в Рош-Ха-Шана делалось. Еще одно правило или заповедь. Осветите 50-й год, здесь же Ваикра 25 глава, 10 стих. То есть, опять же, недостаточно календарного времени. Этот год нужно было осветить, сделать его святым. Это нечто, принадлежащее Богу. Это нечто исключительное, отличающееся от всего повседневного. Это нечто, зачем стоит сам Бог, и это что-то, что дано людям. Или сделано для людей. И это обязательно тоже была такая молитва, и те, кто имели власть, они молились, они освящали это время. И обязательно еще одна заповедь — освободить рабов. И знаете, для кого-то, я написала себе такую пометку, Ювель очень не нравился тем, кто владел этими рабами, рабами Божьими. Ювель очень не нравится тем, кто хочет удерживать Божьих детей в рабстве. Почему? Этот враг Божьего народа, он знает, что делает, он приходит и говорит, стоп, это несправедливо. Почему этот человек должен, или этот человек проиграл свое имущество в карты, этот человек потерял свою семью, этот человек сам попал в рабство за свои долги, этот человек пожинает последствия, это справедливо, чтобы он нес последствия, чтобы он нес в собственной жизни такие, знаете, расплату, наказание. Но почему-то наступает этот ювель, идет этот громкий звук шофара, и это означает, что этот человек внезапно, без особых документов, просто становится свободным и прощенным. И для всех без исключения это было так. «Земля да не будет продана вечно, потому что мне принадлежит земля и пришельцы, и жители вы у меня, говорит Господь. Верните каждому владение его, Ваикра, говорит, смотрите, мне это нравится, и, возможно, для тебя это сейчас тоже ответ, послушай». Послушай, кому эта заповедь, о ком здесь говорится? Здесь говорится о тех, кто принадлежит Богу, здесь говорится о народе Божьем, о верующих людях, но что-то с ними произошло, что-то произошло в их жизнях, они что-то потеряли, по каким-то причинам они уже стали рабами, они попали в долги, они что-то потеряли, они потеряли свои земли, свое имущество, в их жизнь пришло проклятие. Да, по каким-то обстоятельствам, кто-то виновен, кто-то не виновен, но они в трудном времени, и это дети Божьи. Но написано вот что, и помни, если так произошло в твоей жизни, это не навсегда,
за этим наблюдает сам Господь. Так всегда не будет, потому что написано: верните каждому владение его. Написано: земля да не будет продана навечно, потому что она принадлежит мне, и те, кто живут на ней, тоже принадлежат мне. Я вспоминала сегодня слова пророка, где написано: не вечно будет гневаться, не вечно будет отвращать лицо свое. Это великая милость Божья. И мы должны с вами еще одну вещь узнать. Потрясающая новость, которую говорили пророки. Они рассказывали о будущем, и они говорили о том, что наступит однажды совершенный ювель, совершенный год свободы, который не будет связан с календарным планом, он не будет связан с отсчитыванием времени. Это будет что-то сверхъестественное. Этот юбилейный год на самом деле – это наша декларация о том, что и земля, и жители этой земли – они Господни. И Бог имеет суверенную власть. Он решает, когда помиловать. У него как бы конечное слово. За ним слово последнее. Вот что говорили пророки. И они говорили, что настанет время. Знаете, Дух Божий через пророков говорил словами обещанного помазанника, во время которого должен произойти вот этот юбилейный год, протрубить этот сверхъестественный шафар, вот этот звук свободы дать слушающим. И я хочу прочитать эти тексты, и я хочу вас попросить встать, потому что это, знаете, это делал наш Господь. Сейчас вы увидите, это делается стоя. Он пришел тогда в синагогу, тысячи лет назад он пришел, ему принесли эту книгу, книгу Ишиягу, Исаия, 61 глава, они открыли перед ним, и он встал, и он начал читать. Вот про что он прочитал тогда в синагоге. Он взял эти слова, которые были сказаны ранее, указывая на помазанника, который придет. Он взял эти слова и говорит: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Он послал меня проповедовать тем, кто в плену, освобождение». Он послал меня, чтобы открыть темницы тем, кто находится в заключении. Он послал меня проповедовать время Господне благоприятное и день мщения Господа Бога нашего. Он послал меня утешить тех, кто сейчас плачет. Он послал меня возвестить страдающим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Их назовут сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Они застроят пустыни вековые. Знаешь, про что здесь написано? Написано, что ты станешь настолько сильным, когда Господь протрубит в твою жизнь юбилейный год, что ты пойдешь туда, куда никто не ходил. Знаешь, откуда я знаю? Потому что написано: пустыни вековые. Люди не строят в пустынях вековых. Вековые – это то, что столетиями, тысячелетиями никому в голову не приходило идти в такое трудное место и что-то там строить. Это же невозможно. Но этот народ, он становится таким сильным, что для него нет проблемы. Он идет и насаждает вековые пустыни. И там все начинает процветать. Эти люди идут и восстанавливают древние развалины и возобновляют города разоренные, то, куда они ходили, потому что это трудно. А они настолько сильны Господом, вот это насаждение Господне, что они идут, и с ними приходит процветание, потому что они сильны Богом. Они восстанавливают, они возобновляют города, остававшиеся в запустении с давних родов. Друзья, это великолепная новость. За посрамление вам будет компенсация вдвое, так написано. Эти люди, они будут радоваться, когда у них будет поношение. Знаешь почему? Здесь написано, потому что они знают, что если в их жизнь пришло неудобство, если в жизнь их пришло какое-то посрамление, они знают, будет в два раза более компенсация, и они уже радуются сейчас, наперед, потому что они знают, как это будет. Это будет слава Божья. Вот эти слова. Они исполняются на том, кого помазал Дух Божий принести это благоприятное лето. Ты хочешь иметь это лето? Только Он может его протрубить. Это лето, это время Господне в твою жизнь.
И вот Иешуа, стоя, как вы сейчас, как я сейчас, стоя в шаббат в синагоге в Назарете, спустя 1500 лет, когда уже была одна удивительная история в Израиле, когда евреи, они были, ходили вокруг одного города, который называется Иерихон, назывался Иерихон, у него были очень сильные крепкие стены, огромные стены, он не мог быть разрушен, это был большой укрепленный город, но евреи ходили вокруг этого города, они взяли шофар и по слову Господа вострубили в него, и произошло что-то похожее на землетрясение, которое касалось только этих стен. Ничего не было разрушено, евреи не пострадали, но стены Иерихона, они были разрушены, они упали, потому что этот звук шофара, он имеет силу сокрушать небожье, он имеет силу сокрушать небожье. Господь прочитал Иешуа, он прочитал эти слова, и этот, его слова, они были звуком шофара. Он, зачитывая и провозглашая, помните, Йовель нужно провозгласить, этими словами он провозглашал наступление вечного, независимого от календаря Йовеля, сверхъестественного Йовеля, который приходит в жизнь верующих, приходит в жизнь верующих. Он не приходит для всех, он для всех открыт, но действует и приходит в жизнь тех, кто принимает это верой. Он сказал, после этих же слов, послушайте, он сказал, вы, наверное, хотите сказать мне поговорку «врач исцели себя сам», сделай и здесь такие чудеса. Ну вот да, если Господь вот так делает, то пусть Он и сделает. Но Иешуа сразу наперед на такие мысли, если ты сомневающийся, вот что Он тебе говорит. В твоем отечестве сделай то, что мы слышали, было тогда в Капернауме. Он сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Илии. Ну то есть много было чудес, много было людей разных, но не для всех они происходили. Он говорит, когда заключено было 3 дня и 6 месяцев так, что сделался большой голод по всей земле, вдов в Израиле в одни Илии было много, и ни к одной из них не был послан Илия, а только вот к одной вдове в Сарепту, Сидонскую. Также много было прокаженных в Израиле при пророке Иесели. Ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина, потому что они верили. Шнат рацон ле Адунай. Год благословения Господня. Вот что Господь провозглашал. Это такое, знаете, эхо Синая. Оно слышалось, когда он взял эти слова и начал читать «Дух Господа Бога на мне». Мы должны с вами помнить, Йовель – это наш Мессия. Йовель – это наш Мессия. Он трубит прямо сейчас. И знаешь, как Фома все время хотел проверить, он хотел доказательств, но Иешуа ему сказал, будь верующим. Если ты сомневаешься, будь верующим. Я хочу помолиться вместе с тобой и... Да, вот есть молитвенные нужды, и смотрите, Алина просит о восстановлении после аварии. Позвоночник и ноги мужа, они повреждены, и пищеварительная система дочери, и психоэмоциональное восстановление нужно. Еще одна просьба, это у папы нашей сестры сейчас подтвердился диагноз рак, и... Если вы не успеете, я знаю, что идет задержка, знаете, идет задержка и запись, ничего страшного, мы просто сейчас называйте свои нужды, и мы сейчас соединяем свою веру. Для нас это слово, оно такое же живое, такое же необходимое для каждого из нас, как и для вас, кому нужна сейчас очень такая, знаете, экстренная мегапомощь. Во имя Иешуа, сейчас, Боже, мы призываем Твое имя на жизни этих людей, которые в кризисе, которые сейчас в рабстве, люди, которые сейчас стеснены обстоятельствами, которые не имеют возможности исправить их, которые так нуждаются в Твоей помощи свыше. Мы сейчас соединяем свою веру, свое прошение, и мы провозглашаем, Господь, Духом Божьим, как говорил это пророк Исаия, как говорили это другие пророки, как Иешуа говорил тогда, что время наступило. Мы сейчас словами Господа снова говорим, время наступило для тебя, для твоей семьи, Алина,
для человека, заболевшего раком, наступил юбилейный год. Будь верным, будь верующим. Прими это слово сейчас, которое животворит во имя Иешуа. И амен, амен, амен. Мы соглашаемся в то, что чудо, оно сейчас прямо для тебя от Господа послано. И мы передаем сейчас время, как говорится, микрофон в варшавскую студию. И мы очень рады передать этот марафон. Польша, шаббат шалом.